свои действия я оценивать не могу, пускай их оценивает тренерский штаб по команде. Начали хорошо, было очень много моментов. Как всегда, хромает реализация. Не использовали моменты, но будем над этим работать. Пропустили не обязательно гол, если бы его не было, я думаю, мы в первом тайме решили бы все вопросы о победителе. Ну ничего, хорошо, что в конце первого тайма забили, а во втором тайме додавили. Все-таки команда фишки готова очень хорошо.